Итак, давайте прикинем, где же мы будем применять Galax или Гемостоп. Да? Собственно, вот у нас идет бой. Да, у нас тут вот все обосрано, горит, что-то еще. Вот мы отстреливаемся, все хорошо, мы такие на позитиве, у нас кровь играет. Вдруг прилетело. Ранение в руку. Красная зона, да? Вот как эта тряпка, такая же красная. Здесь ты под обстрелом, у тебя стоит вариант. Либо ты дальше отстреливаешься, либо ты перевязываешься. Нельзя сказать, что ребятишки, стоп, сейчас я перевяжусь и играем дальше в войнушку. Нет, это не страйкбол, ребята. Здесь ты максимум что сможешь? Если ты еще двигаешься, ты можешь зажать рану, да? Достаешь там платок какой-то, прижал. Или там салфетку с лидокаином, если есть. Оп, прижал, да? И если ты еще транспортабелен, да, ты отходишь вот в это вот засранное помещение. То есть тебя либо оттаскивают товарищи. Вот. Все, вроде тут пули не так свистят, уже легче. Это зеленая, это желтая зона, да? Вот. Собственно, здесь как бы модный шмот. Вот. Здесь полегче, да? Вот. Друзья тебя прикрывают, например. Либо ты спрятался, и ты можешь перевязаться. Да, тут ты можешь использовать Galax, но есть один нюанс. Это, кстати, заброшенная котельная. Стекла выбиты, все как в зоне боевых действий. Полы прогорели. Ты можешь применить Galax. Но если у тебя ранение, например, не столь сильное, и достаточно, например, наложить давящую повязку, вот, то... В принципе, не надо накладывать ни жгут, турникет там, да, ни тратить Galax. Почему? Потому что кровь, в принципе, остановится, если легкое ранение такое, да. Вот. Если задета кость, если задета, ну и обезболивающие мы принимаем здесь. Если задета кость, артерия, что-то еще, кровь хлещет, тогда уже, да, нужно применять Galax. То есть, как мы поймем, нужно применять или нет? Мы наложили, допустим, давящую повязку, переместились еще дальше в зеленую зону, и у нас, в принципе, она намокла, повязка. Значит, кровь пошла еще сильнее, значит, остановки крови нету. Что делаем? Тогда уже вот достаем гемостоп, да, скрываем прям зубами. Опа-на, вот он высыпался. Такие на опилки похожи, прям опилки, ребят. То есть чистоганом, опилки на вкус. Они тепло выделяют. То есть гемостоп в ране будет греться. Я так и знал. Этим грешил один препарат. И его американцы отказались применять. Греется, короче, прям по губе чувствуется. Он даже сдетонировал, походу, когда я его открыл уже. То есть вот он при попадании в рану, он будет... Не шипит. Щиплет язык. У меня тут вот губа треснута, прям положил. Щиплет. Зараза, блин. Херня, ребят, короче. Не. Galax лучше в этом плане. Он такой реакции не вызывает. Может быть, мне, конечно, вот сраный как-то он реагирует, но он щиплет, пацаны. Сейчас еще попробую. Воды нету. Жжет вообще. Не, ребят, такую вещь, блять, как ожог на языке. Сука, вот тебе медицина наша. Не, такую от американцы от этого точно отказались. Обожгете рану. Как будто куски мела какого-то такого яйца вот разгрызанного во рту. Твердые. Не. Нахер. На своих я точно тратить не буду такую вещь. Вот. В общем, в зоне зеленой вы можете уже, если не останавливается кровь нормально, применять гемостоп. Почему? Потому что он, во-первых, не дезинфицирует рану, а наоборот засоряет. И два нюанса еще. Смотрите, у меня был случай, когда я два раза применял Galax, и ни разу он не помог.
ну, не считая мелкие эксперименты. Первый случай, разрез ноги, сыплю и не прижал сверху ничем. Открытая рана, опять же, 7-10 минут надо ждать. В красной зоне ты что, будешь 10 минут ждать, сидеть, пока он тебя там схватится? Нет, ты будешь, блядь, бегать там, оттаскивать тебя будут, там по тебе стрелять будут. Поэтому только зеленая зона, скорее всего, применяется он. 10 минут ждать. В общем, не сработал. На второй раз все. Саня Борзый нашел коленкой в грязи какую-то арматуру, распахал себе ногу, грязная рана, думаю, ну не жалко. Вот там уже как бы чистить ничего не получится, ну, не надо. Я прям сыпанул туда велокса, закрыл, придавил. Не останавливается кровь. Я полил перекисью, все схватилось, нормально остановилось, там промыл заодно рану, вычистил. Потом смотрю, короче, велокс у меня полгода, как истек срок годности. То есть истекание срока годности сильно увеличивает вот этот вот процесс образования, как бы вот этого тромба. Блин, прям гранулы пляшут по языку и жгут. Вот. При этом никакого вкуса нету, ни малинового, ни химического, ничего. Просто как будто угольков в рот набрал. Жгет. Какое-то неприятное ощущение на губе, конечно, блин, вообще. Вот. Но не как перец. Вот. Нам как-то вот действительно, что как будто вот тепло сильно выделяют, поэтому я чувствую. На открытую рану вглубь засуните вас это. Человек, наверное, умрет от боли, блин. Вот у меня вот маленькие эти. На губе там какая-то фигня, короче, внутри. Вот она прям. Да там вся губа горит. Вот. Но выплюнул и прошло все. Вот. А, собственно, по инструкции, как применять эту фигню, вы прочтете на бумажке. Я ее не буду применять точно, потому что вот, полная херня. Кто хочет попробовать этот вкус на губе, то есть, да, вот, обращайтесь, я вот здесь оставлю закладочку. Нет, 100 рублей в Питере он на Авито, они продаются, просроченные. Возьмете, попробуйте. Вот, кто хочет, может оставить, я не знаю, он бомжей лечить. Я точно с этой херней связываться не буду. Пошел я из этого засранного места. Да. Вот. На сегодня все. Вот такой вот вам обзор.